прекрати свою ложь. Да? Я Гаэль Фламан. Вы уж простите, старалась как можно скорее. Давайте нет, я вам все помогу. В порядке. Следуйте за мной. Да. Поездка выдалась удачной? Да. Хорошо. В любом случае, приятно наконец-то встретиться с вами во плоти. Вы давно здесь не были? 35 лет прошло с моего отъезда. Скажите, если город изменился. У меня перспективы нет. Я всегда жила здесь. Наша машина подвела в последний момент. Так что это все, что мы нашли. Все решим, когда вернемся. Через 3-4 часа. Если не попадется трактор на дороге. Спасибо, Тьерри. Представляю вам господина Белькура. Здравствуйте. Я вас пропущу. Я предпочитаю знать. Вот и хорошо. Отлично. Что не получим их вовремя. Ваша новая книга прекрасна, все были очень довольны. И я к вашим услугам, если вы хотите привезти их обратно в Париж. Но, во всяком случае, я доставила кое-что вашему издателю. У меня также есть небольшая памятка, чтобы сориентироваться. И когда мы приедем, у нас будет бесплатный сеанс с автографами. Они продают этот рассказ вместе с каждой из ваших книг. Во второй половине дня техническая репетиция, так что сможете осмотреть место вашей речи. Мы предпочитаем обращаться к художникам-визажистам, но для нашего 200-летие писатель казался идеальным вариантом. Да еще и земляк. А, будет экскурсия для наших гостей из Америки. Может, захотите присоединиться? О, нет, благодарю. Я смотрел всю 1000 раз, когда был ребенком, так что могу пропустить свою очередь. О, конечно, я понимаю.